Собственно, нефть и начали качать в Соединенных Штатах. Первую в мире нефтяную скважину, напомню, пробурил авантюрист и весельчак, полковник Эдвин Дрейк, который никаким полковником не был, был кондуктором на железной дороге. Пробурил он не случайно. К этому времени потребность индустриального мира в каком-нибудь постоянном горючем для освещения все росла и росла. И решали эту потребность с помощью китового жира. Китов в результате почти вывели, цены на китовый жир поднялись до $2.5 за галлон. И, кстати говоря, это к вопросу о зеленых, которые говорят, что вот надо жить на натуральных источниках, вот нефть использовать нехорошо. Вот как вы думаете, на чем лучше жить для освещения? На гигантском конвейере по убийству китов или на нефти, которую добывают из земли?